сегодня как-то не сложилась гонка. Самочувствие было совсем неожидаемое, можно сказать. Вот, не смогла выложиться на все дистанции. Возможно, погода, возможно, немножко такой стресс перед стартом, недовосстановление какое-то. Я готовилась больше групповой, которая уже... Я взяла медаль на этот вид, в принципе, я и рассчитывала, а уже разделка у нас стояла как бы второй гонкой, потому как все силы прикладывались именно на ту гонку, которую мы уже прошли. Трасса довольно-таки интересная, все виражи такие проходимые, на скорости все. Если хорошее самочувствие, здесь вообще отличная трасса на сегодняшний день.